сегодня для членов территориальной и участковых избирательных комиссий. К дню голосования они обеспечили все избирательные участки необходимым инвентарем и оборудованием. Кабинками для голосования, переносными и стационарными ящиками. Кроме того, в каждом помещении для голосования имеется лупа и специальный вспомогательный трафарет, предназначенный для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, имеющими проблемы со зрением. В данный момент процедура голосования идет очень активно. С утра у нас была очень высокая явка, сейчас немножко поменьше стало народу, но мы ожидаем, что к концу все так же. Наша воля зависит будущее Ямала, России. Равнодушных быть не должно, ведь каждый голос может стать решающим. Посему я призываю каждого из вас посетить сегодня, 18 марта, избирательные участки и сделать свой выбор.